Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Выпуск у нас сегодня получается по большей части медицинский. Начнем мы с медицины профилактической, затем плавно перейдем к эстетическому направлению. А для начала поговорим о женском здоровье. Пожалуй, самым эффективным методом заботы о своем здоровье по-прежнему является профилактика. Если говорить о здоровье женском, в частности, о репродуктивных способностях, то в этом случае профилактика начинается с простого обследования со сложным названием «оценка овариального резерва». На эту тему мы беседуем с врачом высшей категории, акушером-гинекологом, репродуктологом Ольгой Юрьевной Новоселовой. Овариальный резерв – это запас яйцеклеток в яичниках. Это характеризует не только наличие яйцеклеток, а также их полноценность. И с возрастом, конечно же, из года в год снижается овариальный резерв, а также снижается их качество. Это настолько актуальная тема сейчас, потому что такая жизнь у женщин сложилась, что они сначала получают образование, они строят свою карьеру, потом они заняты поиском своей второй половины. И случается иногда такая ситуация, когда пациенты приходят к врачу с надеждой планировать беременность, а у них именно по этой причине, по причине низкого овариального резерва, не получается это сделать. Определить овариальный резерв достаточно просто. Достаточно сделать два визита в клинику. Первый визит делается женщиной на 2-5 день менструального цикла. В этот день она сдает два гормона. Это фолликулостимулирующий и антимюллеров гормон. Второй визит на 7-8 день менструального цикла. В этот день гинеколог делает ультразвуковое обследование яичников, оценивает состояние яичников. И в этот же день женщина получает уже консультацию по состоянию ее овариального резерва и получает консультацию по планированию беременности. И если у женщины есть тенденция к снижению овариального резерва, тогда врач говорит: вы знаете, мы не можем ни на год, ни на день отложить планирование беременности. Вам нужно сделать это сейчас, иначе потом вы не сможете родить генетически своего ребенка. Либо у вас есть возможность заморозить яйцеклетки, если это еще возраст позволяет, потому что чем моложе возраст, тем лучше качество яйцеклетки, тем больше шансов у женщины в будущем, проведя программу ЭКО, получить своего собственно генетически своего ребенка. Женщины у нас сейчас стали выглядеть замечательно. И в 40, и в 45, и даже в 50 лет, не дашь их возраст. Но, тем не менее, у яичников существует биологический возраст. Ведь закладка яйцеклеток происходит у девочки еще в внутриутробном возрасте. Закладывается миллион яйцеклеток. К моменту пубертата, когда девочка начинает менструировать, в яичниках остается уже всего 400 тысяч яйцеклеток. Ну и, соответственно, как я уже сказала, из года в год происходит снижение овариального резерва, происходит атрезия яйцеклеток, фолликулов, гибель яйцеклеток. И также снижается их качество, потому что все те факторы, с которыми сталкивается женщина в течение всей своей жизни, это и прием лекарственных препаратов, это какие-то заболевания хронические, гинекологические, соматические, это влияние внешних факторов внешней среды, прием лекарственных препаратов. Все это сказывается, конечно же, на качестве яйцеклеток. Они также накапливают в себе это негативное влияние. И в яйцеклетке происходит перестройка в генетическом материале, и яйцеклетка теряет свою полноценность. Поэтому в возрасте 30 лет у женщины 50% полноценных здоровых яйцеклеток. В возрасте уже старше 35 лет остается только 40, ну а в возрасте уже 40 лет только 20% здоровых яйцеклеток остается в яичниках у женщины. Эта программа нацелена на женщин от 18 до 45 лет, но акцент мы расставляем на тех пациенток, у которых действительно старше 30 лет, и они в настоящее время откладывают беременность на будущее. На женщин, у которых были операции, либо планируются операции на яичниках, это очень важно. Женщин, у которых в анамнезе гинекологические заболевания, эндометриоз, миома тела матки, которые снижают овариальный резерв, ускоряют этот процесс. У женщин, у которых есть генетическая предрасположенность к истощению яичников. Конечно же, это пациентки с бесплодием, женщины, у которых в течение года нет беременности. И пациентки, конечно, с нарушением менструального цикла. Это вот такая целевая группа, она достаточно большая, поверьте.
Жизнь диктует нам свои требования, которые иной раз противоречат законам природы. Однако современные медицинские технологии позволяют решить некоторые вопросы. Не все, конечно, но позволяют. Клиника «Источник ЭКО». Запись на прием 7788-910. В современной эстетической медицине существует масса методик, способных улучшать внешний вид. Конечно, совсем все сделать не получится, нельзя что-то придумать, а потом, чтобы хирурги и косметологи это все воспроизвели. Конечно же, существует масса ограничений и противопоказаний, но то, что способны делать современные методики, оно не может не радовать. Сегодня мы говорим о нитевом лифтинге, о том, что это за методика, как все это работает, кому это показано и почему у этой методики есть свои противники. Итак, нитевой лифтинг, подробности, поехали. Сегодня мы будем объективны. Ребята, все на хирургии, тут бороться с гравитацией. Проблемы начинают возникать, а косметолог не знает, как их решить. Нитей существует очень много, все-таки это малоинвазивные процедуры. Стоп, мне нитевой лифтинг надоел. Ни один пластический хирург от вас не откажется. И сегодня об этой методике мы говорим с пластическим хирургом, косметологом, кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории Ольгой Леонтьевой. Вообще вопрос малоинвазивных каких-то методик омоложения нехирургического плана возник давно. В основном, конечно, пациенты всегда этого боялись, потому что существовало сложности наркозов, какого-то анестезиологического пособия. Шовного материала. Нитевой лифтинг завоевал, наверное, популярность последние 20 лет. Какие бывают нити и какие на сегодняшний момент считаются самыми современными? Нити на сегодняшний день существует очень много. Есть нити с постоянным, так сказать, присутствием в организме человека. В основном используются нити, которые рассасываются. Процесс старения, гравитации мы, к сожалению, остановить не можем. Образ жизни у всех разный. Человек может полнеть, худеть. Естественно, лицо меняется. Если нити мы поставим с постоянным эффектом, это все может немножко исказить его лицо. Если использовать нити, которые рассасываются, то есть человек получил хороший результат, он с ним ходит какое-то время, нити рассасываются, они все стерильные, они все от очень хороших производителей. На сегодняшний день лидирующая, конечно, позиция у Южной Кореи, которые используют весь мир, но все они примерно одного плана. То есть нити используются хирургические и нити мононити, которые используются больше врачами-косметологами. То есть они больше делаются для омоложения, но не эффекта лифтинга. Так вот, для тех пациентов, которые никогда не решатся на хирургический лифтинг, а такие пациенты есть, мы долго думали, как бы им помочь. То есть мы решили использовать в своей практике лет 15 назад именно хирургические нити, рассасывающиеся, с целью сделать такой нехирургический нитевой лифтинг. Но опять же, человек не подвергается общему наркозу. Реабилитационный период, к сожалению, похожий, то есть по длительности. Болевых ощущений, ну, что в первом, что во втором случае, они примерно одинаковые. Хирургические нити – это специальный материал, отдельный, или это то, что использовали хирурги в своей, так скажем, основной работе, но потом начали заимствовать косметологи для эстетических каких-то задач? Здесь используется обычный тот же шовный материал, который используется в обычной хирургии, рассасывающийся шовный материал. Нити существует очень много, они не гладкие. Есть нити с шипами, есть нити с шипами, которые специально припаяны к каждой ниточке. Они есть нити 3D, 4D, 5D, в зависимости от того, в каком объемном пространстве они находятся. То есть разные длины, то есть для разных частей лица разные нити используются.
Есть нити для височной области, для лифтинга брови, скуловой части, щечной области, нижней трети лица, шеи. То есть это именно лифтинговые нити. И хирург подбирает специально пациенту определенный вид нитей. Соответственно, мононити, что это за материал? Это также рассасывающиеся нити. Они также разной длины. В основном они используются для улучшения качества кожи. Лифтингом эффектом не обладают. Но их ставят, как правило, очень большое количество, чтобы они имели эффект. Допустим, в Южной Корее, Китае за одну процедуру пациентки ставят около 150-200 нитей сразу же. И это считается абсолютной нормой. Действует как биоревитализант и как образующий коллаген. И лифтинговый эффект, соответственно, из-за этого идет. Самое главное, они не деформируют лицо, как, допустим, пластические операции, которые в итоге все равно человека как-то немного меняют. Даже когда немножечко у женщины проходит эффект от нитевого лифтинга, она может его повторить, не дожидаясь тех там полутора-двух лет, как бы, которые мы даем срок на рассасывание нитей. Нитевой лифтинг можно проводить всю жизнь. Мы даже с нашими коллегами, сестрами, коллегами, женщинами, хирургами пластическими, даже хотим какой-то небольшой опыт поставить о том, как можно максимально отсрочить подтяжку лица, используя именно нитевые технологии. Долгосрочные, да, потому что всегда можно, женщина может сказать: стоп, мне нитевой лифтинг надоел, я хочу сделать хирургический лифтинг. И это абсолютно не препятствует, то есть во время операции при хирургическом лифтинге все это проходит в одной плоскости, в одной зоне. Хирург, даже видя нити, которые ранее стояли, он может спокойно их убрать, если они еще не рассосались, и провести процедуру, вернее, операцию уже, хирургический лифтинг лица. А какой мы видим эффект от нитевого лифтинга, а какой от хирургического? И в каком возрасте каждая из этих методик может быть показана? Все-таки вопрос индивидуальный, потому что женщине и в 30 лет можно провести хирургический лифтинг, и она будет эффектна. И женщине есть 30 лет, которым не показан хирургический лифтинг, мы проводим только нитевой. У женщины в 45 лет, конечно, эффект от хирургического лифтинга – это будет эффект 100%. То есть это будет омоложение, это будет, естественно, смена возрастной группы однозначно. То есть она будет уже ближе к 35-30-летним женщинам идти. А женщина, которая проведет нитевой лифтинг, мы немножечко можем сместить только. То есть она где-то лет на 38 будет у нас выглядеть. Как правило, мы, конечно, сочетаем сразу же несколько методик. Не только проводим нитевой лифтинг. Процедуры и инъекционные, и процедуры нитевые, нити, мононити, нити лифтинговые, подтяжка брови одномоментная, подтяжка скуловой области, гиалуроновую кислоту и в жидком виде, и более плотном для контурной пластики. И для пациента это оказалось очень важно иметь короткий реабилитационный период. Не растягивать это на полугодие, года, когда он должен пройти именно курс там раз в неделю и ходить все время в синяках. Они выбирают каких-то 10-12 дней специально вот на нехороший период, нехорошие это отеки и синяки, чтобы вот этот комплекс мы сразу же сделали, реабилитацию получил. И, собственно говоря, на год, на полтора про косметолога он может забыть. Чего стоит бояться, чего бояться не стоит? И почему возникают негативные отзывы? Вот что касается нитевого, именно лифтинга, мы можем также взять препараты гиалуроновой кислоты, увеличение губ, коррекция носогубных складок, ботулинотерапия, также нитевой лифтинг. То есть мы про каждую эту процедуру можем прочитать очень много плохих отзывов. Все это идет от экономии пациента, выборе более такого салона, где-то, ну давай попробуем, кто-то на ком-то учится, я тебе ничего не обещаю. Либо у косметолога небольшой опыт установки нитей, потому что нам, как пластическим хирургам, конечно, наверное, вообще проще всего. И проблемы начинают возникать, а косметолог не знает, как их решить.
А мы, как хирурги, даже при наличии какой-то небольшой проблемы, можем и в этом пациенту помочь. То есть ставить нити нужно, конечно, лучше либо у очень опытного косметолога, который давно занимается нитевым лифтингом, либо у пластического хирурга. Когда меня отговаривали, два момента звучало. После этого ни один хирург не возьмется тебе сделать более радикальную, то есть, я так понимаю, круговую подтяжку лица. Вот. А второй момент, а ты не боишься ли фиброзов? На первый вопрос отвечу сразу же. Вы можете сделать и второй, и третий лифтинг нитевой. Ни один пластический хирург от вас не откажется. Спокойно мы сможем сделать, даже не дожидаясь рассасывания нитей, сделать подтяжку лица хирургическую. Это раз. Второе. Фиброз – это такое почему-то страшное слово. На самом деле мы фиброза-то и ждем. Фиброз и держит ткани наши. Мы сформируем его с помощью проведения канюлями металлическими, заводя нити, формируем как раз вот эти тонкие фиброзные нити. Это и есть коллаген. То есть, по сути дела, самого этого фиброза бояться не надо. Я так понимаю, в обывательском плане это нечто не рассасывающееся, какое-то уплотнение, которое там вот что-то как-то негативно что-то формирует. В пластической хирургии и косметологии почти все можно исправить всегда. Даже если будет формироваться какое-то более сильное уплотнение, всегда от него можно избавиться, даже консервативными методами, не используя хирургию. Бывают какие-то проблемы в виде гематом. Вот гематомы, да, синяки большие, которые также усиливают фиброз тканей, усиливают выброс коллагена. Немножечко просто удлиняется реабилитация. Но это никак не исказит лицо, ни в коем случае, не изменит его. И тем более пластический хирург, еще раз я вам говорю, ни один не откажется оперировать вас после нитевого лифтинга, хоть десятого. Противники нитевого лифтинга, чем они обычно руководствуются, почему они против него, это там, не знаю, от незнания или по каким-то еще причинам? Вы знаете, я не знаю ни одного противника нитевого лифтинга. Как правило, противники нитевого лифтинга – это те люди, которые идут сразу на хирургический лифтинг. Он говорит, а что себя мучить? Зачем? Зачем мне много раз будут ставить себе нити? Давайте сразу сделаем хороший хирургический лифтинг. Вот это противники нитевого лифтинга. Если вот действительно с вашей точки зрения все-таки начинать с какой-то такой вот щадящей терапии? Я думаю, что да, нужно вначале все-таки попробовать все. Максимально отодвинуть хирургический лифтинг, его сделать можно всегда, в любом возрасте, когда начнутся появляться показания, так скажем. Но все-таки хирургический лифтинг, он немножко меняет и подкожную клетчатку, и кожу, и уже будет сложнее делать некоторые вещи. Мы все равно останемся в своей возрастной группе, и уже сложнее будет немножко ее менять. И вот уже какие-то делать манипуляции небольшие уже будет сложнее на оперированном лице. Поэтому, конечно, я считаю, что нужно до последнего тянуть в плане, хотя как пластический хирург я не должна так сказать, я должна всем говорить, ребята, все на хирургии только. Да, все-таки нитевой лифтинг, за ним будущее. Есть пациент, и он решился. Что ему, как ему правильно выбирать себе специалиста в Челябинске, не знаю, в других городах, на что нужно обратить внимание, чтобы не было никаких побочных эффектов и чтобы эффект был максимально хороший? Ну, пациент, во-первых, должен немножко адекватно оценивать, правильно оценить уровень, так сказать, старости своей. То есть некоторые люди считают, что они очень плохо выглядят при хороших очень внешних данных. Некоторые, наоборот, думают, что они великолепно выглядят, но поработать есть над чем. Тут правильно пациенту подсказать, что все-таки уже подлежит операции, а что мы можем еще обойтись какими-то обманочками в виде нитевого лифтинга. Пациент часто выставляет сам себе диагноз. Он приходит ко мне и говорит, мне здесь сюда, это вот сюда, это столько, даже по единицам, даже по количеству, мне сюда, 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 и все, я буду довольна, потому что ранее какой-то косметолог ему так делал.
Он эту процедуру мог провести 2 года назад. 2 года назад он мог весить на 10 килограммов больше, и образ жизни у него мог быть совершенно другим. 2 года прошло, он может выглядеть совершенно по-другому, и этот же набор процедур уже не сработает. Один из популярных вопросов, который мне задавали, а сколько стоит одна нитка? Вообще этот вопрос уместен? Насколько это информативно для пациента? Сколько стоит одна нитка? Вот лет 15 назад на самом деле косметологи, которые только начинали заниматься именно нитевым лифтингом, они ставили по одной, по две нити с каждой стороны. Для меня это, конечно, уже тогда было дико, потому что это на самом деле, кроме как фиброза нашего любимого слова, кроме как легкого армирования, никакого лифтинга это не вызывало. Я ставлю нити сразу много, именно лифтинговых нитей. Это я выясняю на первичной консультации. То есть вначале я посмотрю пациента, я уже вижу, сколько у нас уйдет на одну щечку, на другую щечку, сколько нужно на область шеи. Одну нитку мы так не считаем. Там считается пачкой уже, потому что от одной нити эффекта не будет. Вот лучше ничего тогда не делать. Ждите момента, ждите, когда вы созреете для хирургического лифтинга. Если сравнивать по стоимости пластическую хирургию, то есть круговую подтяжку, и нитевой лифтинг, какие это будут соотношения, можно ли в этом направлении сэкономить? Ну, если брать в плане стоимости, допустим, хирургического лифтинга, самой низкой его стоимости, и стоимости в среднем нитевого лифтинга, это где-то 1/3. 30% примерно стоимость от хирургического лифтинга. То есть получается, что хирургический лифтинг все равно более дорогостоящее мероприятие? Конечно, конечно. Здесь мы используем наркоз и палата. Здесь, естественно, шовного материала очень, он другое уже используется, его больше. И длительность, конечно, больше. Здесь процедура у нас занимает 30-40 минут. А самого лифтинга минимум 2 часа. Ну и плюс реабилитация уже в палате непосредственно. Да. Еще один аргумент, да. Да, что вам дешевле. Вам дешевле. А что касается, например, какой-то подготовки. Я была на разных нитевых лифтингах. Где-то просто я вот с порога заходила, а где-то, я помню, на 3 листа было анализов. Вот. Это в каких-то разных областях работали или просто это какая-то вот история? Если человек здоров абсолютно, то есть любому нормальному человеку с температурой 38 никогда в голову не придет всеми правдами и неправдами лечь на нитевой лифтинг. Естественно, он чувствует себя не очень хорошо, конечно же, процедура отменяется. То есть существуют, конечно, проблемы некоторые со свертываемостью крови. Менструальные дни мы тоже должны учитывать. Но в любом случае это не сильно как-то отражается на наших процедурах. Все-таки это малоинвазивные процедуры. Это не хирургия. Здесь не нужно такой серьезной подготовки. Вообще во всем мире эти процедуры называются что ботулинотерапия, что препараты гиалуроновой кислоты, контурная пластика, мезотерапия и в том числе нитевой лифтинг, процедуры обеденного перерыва. Это у нас почему-то сделано так, что это целое такое мероприятие, да, что этот прям собрался в больницу на пересадку сердца. Нет, во всем мире к этому немножко проще относится, но, видимо, из-за того, что уже очень давно это все проводится, очень часто обращаются пациенты. Насколько хватает эффекта вот такой вот масштабной процедуры? Классически считается, что 1-1.5 года, то есть вот такой хороший эффект от нитевого лифтинга. Кто-то пишет 4 года. Самое главное – держать массу одну и ту же. То есть для любых пластических операций, каких-то вот таких нитевых лифтингов, обязательно одна масса тела. То есть похудение и набор веса, они как-то сказываются, да, на эффекте? Да, особенно 5+, это для пластических операций, 10+, 10-. Для пластических операций, для нитевого лифтинга это, конечно, катастрофа. То есть поэтому человек должен находиться в определенной массе тела, чтобы этот эффект сохранить. Ну, мне кажется, мы рассказали все и даже больше о нитевом лифтинге, и сколько стоит, и как долго держится, и больно, не больно, и насколько это безопасно. И к этому остается только одно добавить – будьте красивыми.
Вы смотрите Beauty Time, и далее у нас совсем декоративный сюжет, точнее посвященный декоративной косметике. Будем говорить о том, как сделать утренний макияж максимально стильным и аккуратным, потратив на это минимальное количество времени. Выполнение свадебного или вечернего макияжа занимает у специалиста в среднем 1,5-2 часа. Но это называется особый случай. Если же речь идет о буднем дне, то тогда с декоративной косметикой приходится справляться самостоятельно, и от силы у нас на это минут 15, а то и меньше. Несколько секретов мейкапа на каждый день рассказывает визажист, основатель школы макияжа Яна Панфиловская. Тенденция к такому, что все женщины максимально быстро должны собраться, потому что нет времени, да, и максимально должны быть продукты, которые ты нанес и быстренько все растушевал. В первую очередь это румяна. Румяна всегда создадут эффект свежести, и они могут быть три в одном. То есть это может быть румяна, и могут быть также этот продукт можно наносить на губы. То есть одним продуктом можно нанести румяна, губы сделать, и даже можно в складку века нанести. И это прям супер быстро и супер свежо смотрится. Если сравнить декоративную косметику наших дней с теми продуктами, которыми пользовалось предыдущее поколение, налицо преимущество современных средств. В них много уходовых компонентов. Более того, уже популярны универсальные продукты, когда чем-нибудь одним можно накрасить, но если не все, то много чего. Кстати, ежедневный макияж и визуально должен быть легким и естественным, как того требуют современные тенденции. И еще это возможность выглядеть хоть немножко по-другому. Стоит только нанести яркую помаду или цветную тушь. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Узнать больше о героях наших выпусков можно на YouTube-канале Beauty Time TV, а также на страницах в Instagram и ВКонтакте. Всегда рады вашим комментариям и лайкам. И до новых встреч в эфире. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».